Итак, всем привет, с вами Тимон. Это Digital World, как вы можете видеть по, так сказать, фону, да, на вашем экране. Сегодня у нас такой незапланированный новостной и предновогодний выпуск. Так, что-то, знаете, если честно, не думал, что вообще его запишу, короче. Вообще неожиданно. До конца года, ну, как видите, уже 29 число. Вот, сначала поговорим о новостях, я скажу и, короче, потом поздравления, да? Вот, сейчас до конца года, я думаю, видосов, наверное, не будет, скорее всего. Наверное, я поназаписываю чего-нибудь, может быть, может и нет. Настроение такое, знаете, не очень хорошее. Такое безжеланное вообще либо во что играть даже. Вот. Чисто такое аморфное. Так что поэтому, наверное, не ждите до 2020-го ничего. Вот. Но при этом в 2020-м нас ждет много интересного. То есть дообновим, возможно, первое, что сделаем, наверное, дообновим оформление. То есть дообновим оформление в группе нашей, в этой, потому что здесь старое обновление. То есть сделаем трейлер, наверное. Ну как, наверное? Наверняка сделаем трейлер. Вот. И будут анонсироваться, ну, заработать Discord, будут анонсироваться игры для прохождения. Наконец-то дойдут руки до того самого монтажа, который я обещал еще полгода назад. Вот. Примерно. Сколько там было времени там? 2 месяца назад, ладно. А, нет, 2 месяца. 5 месяцев назад я пытался. Техника не позволяла, теперь благо позволит. Вот, поэтому... С 2020-го у нас будут какие-то монтажи другого формата, не игрового. Вот. То есть будет прохождение и... Ну, стримерская деятельность немножко отодвинулась, но это не значит, что она пропала. Будет стримерская деятельность у нас на канале. Вот. Так что, как говорится, в правильном направлении движемся, товарищи. Вот. По сути, как бы, из игровых новостей, наверное... Наверное, все, да, если я сейчас что-то еще вспомню, я скажу. Вот. И по сути сейчас поясню еще, чему как бы такая ерунда. Более подробно, да. То есть относительно более подробно, относительно скрытно получится, так мне кажется. То есть год был просто ужасный, конкретно у меня. И просто отвратительно, честно. Чертов 2019. Поэтому, ну, как-то. С одной стороны, поэтому не хотелось записывать вообще ничего. Вот. Настроение отвратительное. На работе бывает местами все отвратительно, дома отвратительно. Короче, весь год отвратное, унылое говно. Вот. И сначала именно по этой причине... Мне не хотелось записывать видос. Вот, потому что... Ой, потому что... Много людей я в этом году потерял. Много проблем случилось. Ну, были и хорошие моменты. Но их было за весь год, знаете. Раз-два я обчелся, как говорится. Но суть не в этом. Вот, суть в том, что из-за всего этого дерьма мне не хотелось ничего записывать. Просто не под настроение. Но потом я подумал и с
самое интересное, именно та же причина. Та же причина. То есть из-за того, что все отвратительно, то сюда сподвигло меня записать этот видос. Чтобы, так сказать, пожелать вам всего того, чтобы, короче, ну я не буду говорить подробно, что у меня было, да, отвратительного, это уже более лично, но лично я конкретно желаю вам того, чтобы вот то дерьмо, которое со мной случилось, да, чтобы этого дерьма не случалось в вашей жизни, чтобы у вас все было просто шикардосно и замечательно. Ну и желаю вам, чтобы там денег, ну как обычно, знаете, сам счастье, здоровье там, бла-бла-бла. В общем, как я обычно говорю, довольно, кстати, уникальное поздравление получается. Уникальное в том плане, что оно подходит везде и всегда. Вот. Как говорится, чтобы все у вас было и чтобы ничего у вас за это не. Чтоб ничего вам за это не было. Так что как-то так. Я не знаю, типа, сколько у нас, 6 минут новостной выпуск. Вот. Не знаю, что еще можно сказать. Спасибо, конечно, всем, кто тут оставался, да, кто остался, кто подписался. Вот. Так что как-то особо вроде как бы ничего такого сказать, ни итогов года не подвести, потому что, ну, итоги года надо подводить, что когда все прям вот дофига всего, а у нас по итогам года была только спецоп The Line и начат пешок. Вот. Как бы подводить итогов года не было, не ждите. Вот. Так что, ну, конкретно каналу могу пожелать, чтоб нашему, так сказать, чтоб он развивался, да? Хотя это зависит развитие вроде бы как бы от нас, да, но не только от нас, потому что Digital World это как бы, ну, не просто название. Это Digital World, это не я с вами, да? Типа, ну, извините за все эти мои слова. Паразиты, кстати. Я не готовился. Вот. Digital World — это вообще все мы. Все вот на данный момент это 59 человек. А на Ютубе, как вы видите, то есть все последующие люди, которые будут подписываться, если будут подписываться. Я на это надеюсь. Это люди с Твича, это люди с группы. Это все. То есть без, как бы, без вас, да, типа, ну, не было бы Digital World. То есть, как бы, не может состоять мир из двух человек. Тем более цифровой. Вот. Так что желаю всем вам всего самого-самого, да, и как-то вот так. В 2020-м ждем очень много обновок, потому что будут прохождения не только каких-нибудь стареньких игр, которые все уже заиграли до дыр, будут прохождения новых, вот. Таких как, наконец-то я пройду, конечно, Resident Evil Remake 2, будет Resident Evil 3 ремейк тоже, если что, вот это могу сказать точно. И, короче, ну, не буду еще говорить, что еще будет, потому что будет много всего. Часть нам была анонсирована в нашей группе ВКонтакте. Как бы, кто знает все иконки, тот молодец. Все это будет, и будет не только это. Будет много всего.
Так что вступайте в группу, подписывайтесь на YouTube, на Twitch. Я надеюсь, что ждет все вас интересное, что вам все понравится. Хотя, если не понравится, значит, у нас вкусы разные, так что не страшно. Вот, извините за столь скомканный выпуск. Я обычно не готовлюсь, то есть я пишу с первого дубля новости. У меня нет какой-то сценарной работы, да, типа, какого-то сценария, типа, я не пишу перед новостями. Ну, где-то примерно надумал, да, записать новости, и примерно знаю, что сказать. Остальное приходит уже по ходу дела. Поэтому новости у нас такие скомканные обычно и получаются. Чтобы не заморачиваться с наигранным сценарием, как это многие делают. Вот. Ну да ладно. Не будем о грустном. Да? Не будем о плохом, не будем о рабочем. Наступают праздники и... Как бы... Хороших вам праздников. Вот. И если, кстати, я не ленивый, я поставил музыку и что-нибудь, какие-нибудь эффекты на экранчике. Надеюсь, вам понравится то, что у меня получилось. Или понравилось, как правильно сказать, формулировку. Ну, в общем, не суть. В общем, всем удачи, всем пока. И с наступающим 2020 годом железной крысы. В общем, пусть вас меньше крыс в жизни окружает. Держите хвост пистолетом и акуна-матата настроения.